15 рублей за поездку в трамвае. С тем, что общественный транспорт не столько коммерция, сколько социальная функция, трамвайщики согласны. Тем не менее, при таких затратах выполнять эту функцию, с их слов, тяжело. Курсирование по всему городу требует огромного количества энергоресурсов, которые дорожают из года в год. А вот стоимость проезда росту цен на эти ресурсы не соответствует. Только за 2010 год убыток предприятия «Электротранспорт» составил больше 17 миллиардов рублей. Хотя бы для того, чтобы избежать этих убытков, для нормального функционирования предприятия необходимо либо повышать тарифы, либо компенсации. Ну, вот в настоящее время, ввиду тех компенсаций, которые мы имеем, они полностью не покрывают наши затраты. И вот мы обратились как раз в Госкомитет, что нам необходимо поднимать тариф. Когда по этому вопросу будет принято решение, неизвестно. Но даже если стоимость проезда в трамвае составит 15 рублей, развитие технической модернизации предприятия на вырученные от продажи билетов деньги не может быть и речи. Они необходимы для выплат заработных плат работникам, ремонт вагонов и путевого хозяйства. К тому же впереди новые затраты в связи с введением социальных проездных в виде пластиковых карт. Приобретение переносных терминалов, приобретение программного обеспечения, значит, дополнительный персонал будет придется необходимо нанимать, чтобы обслуживать эту систему.